мои хорошие, сегодня понедельник, и я хочу вам показать, какие цены у нас сегодня на базаре. Ну что, начнем. Такой вот базарчик у нас небольшой, приезжает по понедельникам, я уже вам несколько раз говорила. Ну, посмотрим, что здесь почем вместе со мной. Конечно, я сначала покажу сначала, что и как, а потом уже будем и все. Посмотрите, такие яблоки 1,5. 3,50. Вашингтоны стоят. Посмотрите, какие хорошие. Очень хорошие. Так. Такие яблоки 3,50. 3,50. Так, здесь вот огромные лимоны по 3 лиры. Картошка 3 кило 10. Лук 2,50. Да, бананы что-то подорожали. 8,50. Вот это что? У авокадо? Да. Такой авокадо 15 лир килограмм. Значит, 10 лир стоит вот это вот. Чеснок. Грейпфрут 3,50. Вы представляете? 4 лиры стоит гранаты. 5 лир стоит айва. Так, помидоры у нас 4 лиры. А вот эти по 5 лир. Так, очень много кабак. Это значит 4 лира. А это 2,50 побольше. Килограмм праса, 2 теле, брокколи, 2,50. Интересно, клубнику. Я хочу клубнику. 10 штук, 6 теле. А это 3 поменьше штучно. Лимоны килограмм, 4 лиры. Здесь разная вкуснятина. Овощи. Так, вот здесь яблоки по 3 лиры уже. В общем, основное я вам показала. Посмотрим. Как они кричат, ужас. Так, сладкий перец 5 лир килограмм. 5 лир килограмм. Картошка 2. Лук 2 лиры картошка и 2,50 лук. В общем, помидоры. О, вот здесь уже по 2 лиры. Нормальные. По 2 лиры. Я, наверное, быстро делаю, но так на меня все смотрят. На базаре не очень. Вот это вот из этой капусты я делаю. Помните, я вас учила, как ее солить. Вот по 2 можно нам купить. А красную капусту здесь не кушают. Я не знаю, для чего это. Вот такие большие, по 4 лиры. Такие страшные грейпфруты. 3 лиры килограмм. Здесь 2,50. Вашингтоны прекрасно, побольше. Так, значит, здесь у нас продают чай, здесь они. Так, вот такой вот райончик мой хороший, семит, зелень. Смотрите, зелень. Это вот моро называется. Это испанак. Нет, это не испанак, это рока. Такая мята. Это все по лире. Петрушка. Все по лире. Кстати, морковка 1,5 лиры. Тут две.
Морковка по 2, это все по 2. Бурак. Бурак 3. Вот испанак щавель 3 лиры килограмм. Сельдерей 5 лир. Огурцы 6 лир. 6 лир килограмм. В общем, здесь цены повторяются, но вот видите, уже здесь вот бананы по 6,50. Сейчас в это время днем намного меньше людей. Вот такие вот помидорчики 4,50. А после 6 здесь будет переполнено все. Вот это не помелья. Вы знаете, что помелья, что принесла мне моя знакомая? Кстати, я не вижу, на базарах только в маркетах продают. Некадар? Мантар некадар? 12 лир килограмм вот такие вот грибы. Ne kadar? Alamadım. 20 lira. 20? Вы представляете, 20 лир килограмм клубники. Обалдеть. Ананас? 10. Ананас 10. Мне кажется, подешевеет. Сейчас будет побольше у нас ананаса. Ну, 20 лир килограмм клубники, это пипец. Вот сюда я приду со Шкымом. Посмотрите, какие грейпфрукты по 1 лире. О, и здесь дешевле 2,50 нар. Вот здесь можно купить и кабачки. 2 лиры. Здесь тоже гранат. В общем, я вам что говорю, нужно ходить, и намного дешевле будет. Вот такие вот мандарины по 3 теле. Маленькие, но они какие-то необычные. Вот появился перчик. Смотрите, какой маленький. Некадарбу. 7 лир стоит, 1 лира. Так, мои хорошие. Ну, здесь вот поштучно. Поштучно 2,50. Это крапива. Гуне. Крапива. Ашкин. Баксин. Нейди бы урои? Буду алташтайм тарата япадам. Аджиору сора. Некадар бу? Бир бетю. Посмотрите, 1,5 лиры стоит вот этот пучок крапивы. Они делают и кушают с них. Сачи чин сайлиды бана гюзелю. Бен алаим. Вот, посмотрите, мои хорошие, слушаю вас, волосы буду лечить крапивой. Бир бучок. Ну что, мои хорошие, на этом заканчиваю здесь. Все повторяется, мы с Ашкемом будем отовариваться. Ну что, вот такая вот капуста 2,50, это 4. В общем, пошли мы. Спонсор моего канала – онлайн-платформа «Гигос». Мои хорошие, мы с Ашкымом сделали покупки. Посмотрите, сколько чего мы купили. Посмотрите. И гранаты, грейпфрукты, вашингтоны. Ашкым взял по 3 лиры, хотя бы были и по 2,50. Мы любим его, все качественно. Вот такую капусту. 3 штуки на 5 лир. Вот крапиву для волос. Буду лечить волосы. Сказали заваривать кипятком. И это яблочки по 3 лиры. Это по 2 лиры. По 2 лиры. Это 3,50. Картошка 2,50. Такая огромная. Лук хороший 2,50. Кабачок килограмм 2 лиры. Огромный, посмотрите. Это все морковка и редиска. 2,50. Зелень сегодня, значит, по 1,5 лиры. Сладкий перец 5 лир килограмм. И помидоры 4 лира. Вот посмотрите, вот это все мы отдали 60 лир, приблизительно $10. Вот такой сегодня базар. Сегодня 24 февраля.
На 10 долларов мы сделали такие закупки. Мне кажется, это очень хорошие цены. Мои хорошие. Надеюсь, что информация вам понравилась, базар понравился, цены понравились. Для кого-то была очень интересной. На этом буду заканчивать свое видео. Пока-пока! Подписывайтесь на мой канал, со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата.